Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Ванам Манухарам Ванча калпатару вашча кипа синду бевача патитананг павоне бхавишна вибью наму намаха муканкароти вачаланг пангунланг хайтгирим ятки патамханг банди парамананду мадвам бриндави тулсиде бипиави кесвасача Шна бхакти паде деви саттваттвай наму намаха Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тату жайо мудире Шанкиртане Кришна катупадеше Гаурия патрашо пракасанеча Шадануракта гуру бхакти жукто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхайям Сада Парибабагнам Авишта Духам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Битатихам Панатопалла Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Арвиндам Ятпада паллавана кхаджанна мане чатая Беспуриджита кемапи гапавадушва дарши Пурнан рагара сасагара сара мурти Сарадхикамай када кипам карос Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сива Садихи Гаура Бхакта Бинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Аджануламбита бхужау канака бодату Санкиртаной капитаро камала ятакшо Вишамбару дижавару жугадхарма пало Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивва Рупам Муктинча Муктинча Дадасинитам Бхавану Рупенна Садханаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманго мада пухарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджуша бадане Лакшмир яшача вакшаши Ясасте хиде самбит твам нишингамахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Байрагья видда нижа бхакти йога Шикшартамекам пурушо пурано Си Кришна Чайтанна сарира дхари Кипам будхир ястамахам прападе
Vairagya vidya nija bhakti yoga Shikshartamekam purusho purano Shri Krishna Chaitanya sarira dhari Kipam budhiryastamaham prapade Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Popa Jagadguru told Гаудия Гоштхипати, Шичана Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Такура Прабхупада сказал, что те, кто следует Ачарану Сидданта Вичару Гуранги Махапрабху, те, кто следует Сидданта Вичару Шичитани Махапрабху, те, кто хотят исполнить желание Шри Чайтанья Махапрабху, они подлинные спутники Шри Чайтанья Махапрабху, и это не зависит от того, явились ли они раньше Махапрабху или слишком гораздо раньше, или одновременно вместе с ними, или после него. Нужно смотреть по их действиям. Если кто-то и некоторые спутники Махапрабху, они явились на несколько сотен лет позже его, но это не мешает им быть его спутниками. Вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто следует всем наставлениям Шримана Махапрабху, не просто следует, а кто полностью утвердился в Ачароне, в Сиддханте Шримана Махапрабху во всем, те, кто хотят исполнить, воплотить в жизнь все желания Шримана Махапрабху, вот как в этой шлоке говорится, Шри Чайтанья Манобиштам, Стапитам Джена Бутали, те есть подлинные спутники Шримана Махапрабху, а не просто все, кто случайно оказался рядом. Хотя, можно видеть, многие заявляют, что они спутники Шримана Махапрабху. Но подлинные паршады, они так не говорят, и в этом Сиддханта. Шрила Сарвабхаума Бхаттачари, он Девагуру Брихаспати, он Брихаспати Аватара, но совершает такую лилу. И вчера вечером я говорил о том, что то, о чем хотел сказать Шрила Прабхупад, то, что хотел сказать Шрила Прабхупад, я говорил об этом, что все те кармики, те, кто пытается, гьяни, которые пытаются что-то делать, их попытки, они неуспешны. Есть единственный путь. Атха пите падам буджаддайо прасада леса анугрихето эвахи. Джанати таттям бхагаван махимно, нача эко пичиран вичинвана. Брахма speaking. И вот Брахма говорит. Брахма speaking by personal effort, что нашими собственными попытками никто не может познать Тебя, о Верховный Господь. Эвахи значит, эва значит подтверждение до тех пор, пока мы не обретем Твою милость. Крипа, она прямо не приходит только через Гуру Вайшнава. И так или иначе, пока мы не обретем милость Бхагавана, до тех пор все наши попытки, они будут безрезультативны. Только
после того, как мы обретем милость Бхагавана, мы сможем достичь его. Это возможно. Что-то узнать о Верховном Господе только по его милости. Я много раз говорил, что обусловленная душа, она никогда не может обрести связь с этим бесконечным Анантадевом. Я много раз говорил, что обусловленная душа не может обрести связь с Анантадевом. Анантадев, он Ананта, он бесконечен. А джива, она очень мала, очень ограничена. И в тот день я говорил, что мы должны развить гармонию. I speaking now. You will have to develop adjustment. I give the example of Sangha. By the Kripa Bhagavan, Sun God is. Я приводил пример с солнцем. Мы должны держаться на безопасном расстоянии от солнца. Если мы слишком близко подойдем к солнцу, то солнце сожжет нас. Если будем слишком далеко от солнца, то замерзнем от холода. И также обусловленная душа, она не может обрести связи с Верховным Господом. Это так, но есть одно «но». Но это возможно. Как? Благодаря... Благодаря эффективному применение юкта-вайраги, все, что у нас есть, ум, тело, все, что нам принадлежит. Если мы займем это в Кришна-севе, и вот это, если мы сможем все занять в баджане, то это очень благоприятно. We cannot pass away. Мы не можем просто так избавиться от обусловленности. Это очень сложно, и я знаю, кому-то может надоело совершать баджан, не видя какого-то значимого прогресса, но будь уверены, если вы достаточно искренне, то вы, несомненно, прогрессируете, но будучи в обусловленном состоянии, эти обусловленные души не могут обнаружить этого прогресса, не могут посчитать, насколько они продвинулись. Сколько обусловленность на все же есть. Шрила Вишвана Чакравартипад дает такой пример. Вишвана Чакравартипад говорит, кто-то... Если вас заковали в цепи, и кто-то мимо проходил и увидел, и решил освободить вас от этих цепей. But you are losing patience. I am not free. И вот этот ваш освободитель может взять пилу и пытаться перепилить ваши акулы, но если вы будете возмущаться, что человек все перепилит, пилит, а еще ничего не распилил, хотя, может, наполовину распилил, но вы чувствуете ту же боль, где то же чувство скованности. Если цепи сковывающие вас, они наполовину распилены. То есть, когда полностью освободят, то тогда человек почувствует такое чувство свободы. А если наполовину или даже больше, то такое не чувствуется. Поэтому не все чувствуют, когда они прогрессируют благодаря Харикатхе, Харикиртану, только Гуру Вайшнавы могут посмотреть в ваши глаза и сказать. И вот если вы потеряете терпение, то вы будете побеждены. В баджане это секрет баджана. Если вы теряете терпение, значит вы побеждены. Вот когда кто-то теряет терпение, а если вы не теряете терпение, то это очень хорошо, как Брама говорит.
Таттену кампам сусамикшаманам, бхуньян эва атмакрата випакам, ридбак бабубир видадан намасте, живето бхактипаде, муктипаде. И вот изначальные слоки Муктипаде, но Сарвабхаума он заменил на Бхактипаде. Но Махапрабху он не был, он был доволен этим. So Mahaprabhu wanted to speak to Sarvabhauma. Why you are going to change? Because in India, Jibeto Mukti Pada Swadaiva. Мукти на бхакти. Why you are going to change your reading? Зачем ты изменил эту шлоку? Prabhu, I cannot read anymore. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что в то время был Майвади, стремился к мукти, поэтому сейчас я понял, что это все бесполезно, мне это все надоело, что я был подобен шакалу. И сейчас я обрел вкус бхакти и не могу произнести даже слово мукти. И Махапрабху сказал, хорошо, если ты таким образом воспринимаешь, как в этом Вьякаране, если... Если это разделить вот, это санскритское слово на составляющие. И вот Махапрабху говорит, если ты имеешь в виду, что мукти, оно находится в лотосных стоп Господа Муктипада, то значит это есть Бхагаван. И Махапрабху хотел сказать, почему ты извиняешься, можешь вот это мукти под, понять, как что мукти, оно находится в лотосных стоп Верховного Господа. Но Сарвабхаума сказал, все равно я не могу произносить слово освобождение мукти, мне оно опротивило, поэтому я заменил на бхакти. И Махапрабху улыбнулся. Мукти жар паде. Сарвамартиджи want to speak? Сарвамартиджи джо Махапрабху want to speak? И вот. But Сарвамартиджи джо speaking that jibeto bhakti pade shodhaiva. All different kind of eventualities coming in your life. И вот мое продолжение, что любые ситуации, которые, любые опасности, которые приходят в вашу жизнь, вы должны иметь терпение. Мы должны преодолевать их, как Саданада, например, Папая. Его посадили в тюрьму без какой-то причины просто. Ну, поскольку была Вторая мировая война, его заподозрили, что немецкие шпионы, посадили его. Кешава Махарадж тоже в тюрьму попал без какой-то явной причины. Это была проверка, их испытание. Но они в любом положении готовы были совершать служение. Вот Брама, он хочет показать нам пример. Вот это шлоки Таттену Кампам Сусамикшамано, что чистые преданные, они не получают результаты своей кармы. Это относится к обусловленным душам. Что я хочу сказать, помните эту сиддханту. Обусловленные души, они вынуждены следовать, они вынуждены пожинать плоды своей кармы, нет другого пути. Good or bad, whatever karma Bhattajib doing, karma, to get the reaction, result of that karma. But this is formula is not applicable. Которые совершают бхактиджива, они вынуждены получать результаты этой кармы, но это неприменимо к Гуру Вайшнавам. Поскольку если мы скажем, что Гуру Вайшнава вынужден получать плоды своей кармы, то это неправильно. Vaishnavanam cha vidyate. In Shastra it is written. One
Вайшнав, когда он рождается в любой семье, это не карма. Это воля Верховного Господа, чтобы дать нам урок, чтобы показать. Обусловленная душа, она не может сама получить освобождение только благодаря общению с Гуру Вайшнавами, благодаря баджану постепенно. Если она может обрести освобождение, если кто-то обещает сразу сейчас, то это признак неправильной сиддханты. И вот Брахма говорит, хорошо, я буду страдать от плодов своей кармы. Вот в этой шлоке он говорит это для того, чтобы дать нам урок. Что когда какие-то испытания приходят к нам, то мы должны сконцентрироваться свой ум на лотосных стопах Гуру Вайшнавов, воспринимать это как испытание в нашей жизни. Иначе Драупади. Драупади, эти пандавы, друзья Кришны, но смотрите, пять сыновей Драупади были убиты. Хотя они друзья Кришны, что это? Ашватхама убил пятерых сыновей, но все же Драупади не жаловалась, что ты Верховный Господь. Ничего не делаешь тут. Как ты наш друг, и тут всех детей наших убили, это вроде за нас, а что происходит? Преданные никогда не заявляют таким образом. Преданные не жалуются Верховному Господу. Преданные никогда не занимают Бхагавана в служении себе. Преданные они никогда не занимают Бхагавана в служении себе. С другой стороны, если так или иначе Бхагаван, он... Бхагаван что-то хочет сделать для них, то преданный плачет, почему столько сложностей взял на себя, чтобы что-то сделать для них, как в случае с Санатаной Госвами. Рупа Госвами Патон пришел. Санатан Госвами пришел к Баджан Кутиру. Рупа Госвами. И в то время Рупа Госвами подумал, мой Гурудев пришел, что же дать ему, ничего нету, только сухие чапати, чем же накормить его, мне ничего нет. И вот он подумал, если было бы молоко и рис и сахар, я мог бы параману сварить. И вот только он подумал, тут Радхарани послала Лалиту с молоком и прочими компонентами парамана. И сказала, баба, возьми это, что это, моя мать послала меня к тебе, вот молоко, сахар и все остальное. И вот он взял это, начал готовить, и потом предложил это Бхагавану. И после этого предложил Санатане Госвами, попробовал. И был шокирован, что это какое-то настолько вкусно, настолько оно прекрасно, настолько энергетично. И Санатан сказал, несомненно, ты что-то хотел. Да, я хотел накормить вас Параманы, и вот он понял, что Радхарани послала все это для него. И он сказал, что никогда не занимаю Радхарани служением себе, это не бхакти. Так много случаев я могу показать. Во Вриндаване, в Навадвипе. У меня нет времени об этом всем рассказывать, и я могу доказать, что те, кто думают о Верховном Господе, для них Бхагаван готов сделать все. Те, кто всегда думают обо мне, я защищаю их, все, что у них есть, и даю им все, что им надо.
If you give order, Bhagavan supplying is very bad. Мы не должны относиться к Бхагавану как к исполнителю наших желаний. Это неправильно. Бхагаван — это не стол заказов. И вот Санатан Гасай начал плакать Рупа Гасами, что они причинили, что вот это, он причинил столько беспокойств Радхарани, что она послала молоко ему. И также однажды было наводнение в Майяпуре, и вот Ганга разлилась, весь Майяпур был под водой, и в Йогапитхе, в Шримандире. Шрила Прабхупада думал, что сегодня день Гуру Пурнима. Если я мог бы молока какого-то получить и риса, и с гуру сахара, и он не успел он подумать, тут какой-то преданный, какой-то гош, молочник. И вот он пришел, стоя по пояс, по грудь в воде, и принес особый сахар, гур, который зимой бывает, молоко и рис. И Шрила Прабхупада начал плакать, увидев все это. Однажды Шрила Прабхупада вне сезон подумал, если бы у нас были бы спелые манго, мы бы предложили гуранги тут. Кто-то принес эти спелые манго, хотя был не сезон. Шрила Прабхупада спросил, откуда они, кто-то принес. Прабхупада начал плакать из-за того, что он причинил неудобство гуранге, что он сам пришел и принес это манго. Шрила Прабхупада сразу понял, кто это сделал, и поэтому не должны причинять беспокойство Бхагавану даже в момент нашей смерти. Мы не должны занимать его в служении себе, но все же можно спросить, почему в Гите мы находим. Эту шлоку можно вспомнить. Что спасти преданного, чтобы Господь приходил, чтобы спасти преданных и уничтожить демонов. Винасая чудускритам, шамбавами юге, паритранаю садунам. И вот это шлока паритранаю садунам, винасая чудускритам. И Вишвана Чакравати, он находит решение, почему Бхагаван говорит так. Преданные, они никогда. Не просят Бхагавана что-то сделать для них. И вот Вишвана Чакравати, он говорит, что саду никогда не просит Господа спасти их. И после этого он дает комментарий, может, какие-то саду случайно взывают Господу о спасении. И Вишвана Чакравати говорит, что это не их привычка. Иногда случается, что они взывают Господа, то просят о помощи, но это настроение не находится в их сердцах постоянно. Так, случайно время от времени возникает момент опасности. И вот смотрите, мы должны сами страдать от своих страданий и не занимать Бхагавана в служении себе. И все читать не Чайтамрити мы находим. И вот сейчас я произнесу эту шлоку. Вайрагья – видья, то, что вайрагья – это видья. Но посторонние люди, у кого нет представления о юкта вайрагье, их вайрагья – не видья. Например, какие-то майявади, они вроде отреченные. Они не прикасаются ни к деньгам, ни к женщинам, ни к чему материальному. Но Шрила Прабхупад говорит, что они худшие из Юшисанги, хотя внешне они не прикасаются к деньгам, женщинам и всему остальному, но они
Хучи из Йоши Санги. They are number one Yoshi Sangha. Why? Because they want to take the chair of Bhagavan. Поскольку они хотят занять место Бхагавана Брамы. Майявади is topmost. Майявади это. Майявади is number one. Майявади is number one. Майявади is number one Yoshi Sangha. Майявади это худший из Йоши Санги, поскольку. Because some ordinary people can. Обычные люди могут желать каких-то денег, удовлетворения чувств, каких-то плотских радостей, но эти майявади, они хотят выгнать Бхагавана и занять его место. Это гораздо более оскорбительно. Простые обусловленные души просто стремятся к каким-то наслаждениям, простым радостям, но эти майявади хотят выгнать Брахму. И занять его место. Они хотят носить даже титул Брахмы, это более оскорбительно. И вот Сарвама Бхаттачарья говорит, что вайраги — это видья. Видья значит... Видя, не авидья, есть видья и авидья, и вот вайраги — это видья, лучшее из образований, лучшие знания. Если мы следуем процедуре юкта-вайраги, если мы следуем процедуре юкта-вайраги, Джагадананда Пандит тоже говорит об этом. Сейчас я говорю предваряющие вещи, и вот вайраги — это видья, если она... Зависит от того, как мы используем эту вайраги, отречение. Сарвам Бхаттачарья говорит, наш Гауранга Махапрабху, он Гауранга Махапрабху золотого цвета. Гуранга Махапрабху явился, чтобы показать нам, что такое правильное, достойное юкта вайраги, что такое достойное бхакти. Гуранга Махапрабху хочет дать нам сокровища. Иногда Махапрабху, он начал говорить, после принятия саньяса в Пурушоттам Дхамме, Махапрабху говорит, каков толк от принятия саньяса? Прама, мое сокровище, зачем я принял саньяса? Вот Махапрабху шутит так. Махапрабху говорит, что толк от принятия саньяса? Почему люди принимают саньяса, отреченную плод жизни, чтобы обрести прама, прама сампати? Но прама мое единственное сокровище, за что толку от саньяса? И вот Этам шаастхайо паратманишта мадхашитам пурбатанай махадбир ахам тариссами дурантапарам тамаха мукундангри нишевай. It is a formula of sannyas. И вот эта формула саньяса, Махапрабху говорит. Прабху кахе мукунда севандрута койла гохан мукунда севайхай саншаттарам. Mahaprabhu speaking, Chaitanya Charitamrita hai. It is there. Someday Mahaprabhu speaking, what use taking sannyas? И вот Махапрабху сказал, что толку от принятия саньяса, это мое према, мое сокровище. Я принял это только для того, чтобы распространить милость. После того, как Махапрабху принял саньясу, он следовал всему идеально и распространял према всем. Нитянанда Прабху, он тоже распространял прама, Махапрабху дал наставление ему, что он должен распространять прама. Это Кали-юга, она особая Кали-юга. Она настолько особая, что мы не можем даже представить. Если мы потеряем возможность обрести прямо в этой жизни то великую удачу, то что будет следующее? Будет ли у нас такой шанс или нет?
Никто не знает такой возможности. Выпадает крайне редко, что мы находимся в наставнической преемственности Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Что будет в следующей жизни, неизвестно. И вот Бхагаван, он сам Бхагаван распространяет прямо. И вот это Пранапуш, Паракилешвар, Бхагаван Шри Кришна, он снизошел, только он изменил цвет своего тела и настроение. И он дает нам урок, как совершать баджан, он Верховный Господь. И своим примером он показывает. Шри Кришна Чайтанна Сарира Дхари Кепам Будир Ястамахам Прападе Infinity Ocean of Kripa. Бесконечный океан милости. Но мы не можем и каплю этой милости получить. So bad luck. Насколько из-за своей неудачи. Весь мир Махапрабху хотел наполнить, затопить премой. But sparsho upi mamo no abhavat in Sanskrit. И вот на санскрите. Sparsho upi mamo no abhavat. One drop I couldn't. Вот это автор этой шлоки говорит, что несмотря на то, что Махапрабху затопил весь мир премой, но из-за моих оскорблений, из-за моей неудачи я даже каплю этой милости не обрел. И вот Махапрабху дает нам пример этой бхавы. Према ганда хости дарапи ме харау татапи кандами шоухагга бхарам шоухагга бхарам пракасутум жад бхамши биласанана локанам вина бибарми прана патанг кану вритха. Махапрабху going to teach us how to lament, how to cry. И вот Махапрабху показывает пример, какое чувство должно быть у нас. И вот в этой шлоке говорится, что даже запаха премы к Кришне я не обрел. И вот этот автор этой шлоки, он жалеет, он сожалеет о своей неудаче, что несмотря на то, что Махапрабху весь мир затопил премы, а он не получил ни капли. Hello, in front of me so many people crying. And the man, that woman now fighting, na? He was crying, so crying. Na? But I could realize something different. But that Torun make mistake. That Torun, I told, don't allow. Now, going on this problem, I told him, don't allow him. No, Maharaj is changes, can't cry. Kapat. So, Mahaprabhu speaking. И вот Махапрабху говорит. Тотапи крандами шоубхагга варам прокаситум. I like to express my luck. Я хочу. At least trying to cry. Тотапи крандами шоубхагга варам прокаситум. Жад бхамши биласанан локанам вина бибарми прана патанг кану вритха. My life insect. Mahaprabhu speaking, my life is like вот Махапрабху говорит, insect. Что моя жизнь подобна жизни насекомого. Я забочусь о своем теле, что моя жизнь подобна жизни насекомого. Но все же я пытаюсь заботиться, как, насколько. Shameful. How shameful the situation is. Настолько плохая ситуация, я не могу встретиться с Кришной. Играет на флейте, я не могу встретиться с ним, но все же. Я желаю жить 100 лет. Что толку от этого? Что толку от такой долгой жизни, если я не смогу встретиться с Кришной? И таким образом
Махапрабху, он дает нам урок. Что это в этой саньяс-мантре говорится, что Триданди Бикшу в Бхагаватам, это Триданди Бикшу принял решение. Well, enough of it. Что хватит. Enough of it. Enough of it. I don't need. Мне ничего не нужно. I don't want. Enough of it. Now. И вот сейчас. I was foolish. И вот я понял, so что я был глуп, и я не мог посвятить все, что у меня есть. Ради Бхагавана, и поэтому я страдаю. И вот Махапрабху, когда принял саньясу, он начал танцевать, поскольку его жизнь теперь полностью посвящена лотосным стопам Бхагавана. Когда вы сможете полностью предаться лотосным стопам Гуру Вайшнавов и Бхагавана, то вы почувствуете, что вы подобно ребенку, который находится на коленях матери. Не перед этим, если у вас будет такое полное чувство самопредания, то тогда вы обнаружите себя в положении ребенка, находящегося на коленях у матери, под полной защитой, не перед этим. Поэтому из киртанов мы знаем. И вот в киртанах Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Атмунибедан туападе кори, хойну парама сухи, дукхо дуре гело». Dukkho dure gelo, chinta na rohilo. Chaudhika ananda hai. In Bengal. Atmo nivedan tuva pade kori, hoinu paramo shukhi. Dukkho dure gelo, chinta na rohilo. Chaudhika ananda hai. Wherever I look, there is enjoyment, transcendental enjoyment. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, после того, как я полностью предался лотосным стопам Гуру Вайшнавов, я чувствую себя под защитой, под их защитой. И таким образом, это очень важно. Very important that Tridandi Bhikshu. И вот этот Тридандий Бхикшу, он решил принять саньясу. Саньяса значит не только взять данду и заставлять их поклоняться себе. Это не смысл саньяса. И вот эта данда саньяси, для чего она? Триданда значит, мы должны чувствовать непосредственно, что эта Триданда, она для того, чтобы наказывать наш речь, ум и тело. Триданди значит, что тот, кто принял решение служить Мукунде Бхагавану и решил наказать свою речь, свой ум и тело. Кайманаваки. Что значит это? Что за это за наказание? Это значит, что наш ум, тело, речь, они не должны стремиться к материальным вещам, к материальным наслаждениям. Они должны быть заняты Кришна-севой. Но кто может так сделать? Кешава Госвами Махарадж, он мог какие-то юридические эти дела мог посвятить бхакти. Для Кешава Госвами Махараджа даже заниматься какими-то судебными тяжбами – это бхакти. А для некоторых, повторить харинам – это не бхакти. И вот Шридхара Госвами Махарадж, он адвокатом был, тоже занимал свои способности в служении.
И в то же самое время они великие преданные. Возможно, возможно ли это для нас? Big problem, can don't think that way. To keep power, you know. This way, you see. И вот таким образом Тридади Саньяси, он и вот Джагатананда, пандит, сейчас про него начнется. Джагатананда, он говорил то же самое. И вот Триданда значит наказывать тело, ум и речь. Это значит, что мы должны занять ум, тело и речь в Кришна Севе, а не тратить время зря. И Тридандя Бхикшу чувствует себя счастливым, поскольку он теперь, он предавшийся душа, и от этого он до тех пор, пока он не предался, он не чувствовал такой радости, такой защиты от Бхагавана, хотя он встречался с различными трудностями, но он не жаловался Бхагавану. Он собирал Матхупари Бхикшу, потом что-то готовил на берегу реки, какие-то местные дети приходили, издевались над ним, испражнялись в его горшок, где он варил рис, но все же этот Тридади Бхикшу не возмущался. Может, это случилось по воле Бхагавана, как когда Чайтанья Махапрабху, будучи маленьким ребенком. И вот там однажды какой-то великий саду пришел. И вот когда Гауранга Махапрабху был в Кришналиле, тот же самый саньяси пришел в дом Нанды Бабы, и вот в этой лиле тоже пришел тот же самый саньяси. Он очень любил Балгопала. И вот он собрал все компоненты для готовки и вот начал готовить. После какао приготовил, начал предлагать Гопалу, и тут Гауранга пришел и начал есть этот саньяси, начал возмущаться, что случилось, он готовил, начал предлагать, а ваш сын пришел и все ест. И вот Джаганат Пандит сказал: прости его, мы сейчас все заново принесем. Мы домохозяева должны помочь тебе. А тут саньяси сказал: может, это воля Бхагавана, что я должен остаться голодным, но этот Джагнат Пандит нас... Джагнат Мишра настоял на своем, и он опять начал готовить. И вот этот Джагнат Мишра, он взял сына с собой, пошли куда-то в гости кому-то. И вот когда этот саньяси опять начал предлагать Балгопалу, то опять Гауранга откуда-то появился, начал есть все. И этот Джагнат Мишра хотел побить его. Люди начали защищать его, что он еще маленький, неразумный. Зачем его бить? Пускай, ну, бывает, съел там то, что не надо. Этот саньяси сказал: все, сегодня есть не буду, давайте какие-то фрукты, цветы, я их предложу, готовить больше не буду, два раза уже готовился, без толку. И, ну, все-таки Джагнат Мишра опять его говорил, что давай третий раз готовь, и вот он начал готовить, и это был Нимай, закрыли в комнату на ключ. И ночью, поздней ночью, когда этот все приготовил, а вот Вишварупа, он все говорил этого саньяси, что уже два раза готовил, вот в третий раз же не хочу. Но вот это все-таки Вишварупа говорил его, и Шачимата и Джагнат Мишра, они тоже просили прощения. Ну, в общем,
они заснули, этот Гопал вышел опять, начал есть. И тот спросил, почему так происходит, и тот явил ему свою форму Кришны, сказал, что я Кришна, ты зовешь меня, предлагаешь мне, повторяешь Балгопал мантру, я пришел, чтобы принять твое подношение, саньяси. Увидев это, он от переполняющих его чувства упал без сознания. И до последнего момента своей жизни этот саньяси решил не оставлять Навадвипа-даму. Ведь он всегда ходил по разным местам, но там, где он обрел своего Иштадева Кришну, он решил, зачем ему куда-то идти и что имею в виду. Этот саньяси думал, может, это не воля Бхагавана, поэтому... То есть не возмущался, что или в его подношении, а подумал, что это может воля Бхагавана, что мне суждено голодать. И вот Джагатананда Пандит многие вещи говорил, я не знаю, успели ли это все обсудить. Ну, по крайней мере, начну. Все же нужно будет какие-то моменты пропустить из-за нехватки времени. Jagadananda going to, you know, speak so many things. И вот Джагадананда говорит много вещей, Гуранга Татва, Радха Татва, so many things. Радха Татва, Джива Татва. So I can jump, my some important thing I can speak, otherwise it's not possible for me to speak everything. И вот что-то я пропущу. Jagadananda speaking. И вот Джагадананда говорит. Jagadananda speaking. Что Гуранга — это он лучший, наивысший из гуру, поскольку из шастры мы знаем, Кришнам банде джагат гуру. Вы слышали это? Кришнам банде джагат гуру. Кришнам банде джагат гуру. That means Кришна is джагат гуру. Кришна он джагат гуру. Кришна джагат гуру мен? Гуранга is джагат гуру. Кришна джагат гуру, значит Гуранга тоже джагат гуру, хотя он Бхагаван, но он пришел в форме гуру. Нас Джагатананда может доказать это. Джагатананда хочет сказать много вещей, что Гуранга Махапрабху явился. To teach us everything, what I told already, you know, in Bengali it is written. Чтобы дать нам пример, Гуранга Махапрабху. Санкиртан Джагья, the easiest procedure. Он показал процедуру Санкиртан Яги, простейший путь, чтобы обрести лотосные стопы Бхагавана. Это Санкиртана Яги. But first of all. Но вначале. Джагадананда Пандит. Джагадананда Пандит, он плачет и. In the name of Gauranga. Плачет, произнеся имя Гуранги. Jagadananda Pandit going to give us advice. Jagadananda Pandit, он дает нам наставление. All demigods. Что все полубоги. All demigods, everything resting unto the lotus feet of Gauranga. Believe me or not. Jagadananda giving. Все находятся у лотосных стоп Гуранги. Important tattva. Здесь много таттвы. Я расскажу самое важное. All demigods. И вот Jagadananda говорит, что все полубоги. Они находятся у лотосных стоп Гуранги. Все полубоги всех бесчисленных миров. И вот в этих четырех шлоках Бхагаватам есть такие слова. I am inside everything. Я внутри всего. Все бесчисленные миры находятся внутри меня. И в то же самое время я нигде. Я нахожусь во всех бесчисленных мирах, где нет, но все же я также и нигде. У меня отдельный от всего. You can remember the slok Narad Ji Maharaj speaking. Можно вспомнить шлоку, произнесенную Нарадой. Many times I told before.
много раз я говорил о ней. Narada Maharaj speaking. И вот Нарада говорит. Трипанти таскандо бхужоу посака прану пухарас чатендриянам татейва сарва арханам очитетя. Narada Maharaj speaking. Narada говорит. Как дерево, если глупцы, которые поливают листья дерева, нет, поливают корень дерева. Так и Кришна, он Бхуванадхума, он основа всего мироздания. В Гите говорится, это самсара. Она сравнивается с деревом. Бхагавад-гите. И вот говорится Урдхва-мулам Адо-шакхам. Но здесь... И вот здесь можно, в материальном мире можно видеть, что у деревья коренья устремлены вниз, а все остальное вверх, но здесь... В этой шлоке наоборот говорится, что коренная причина всего этого материального мира — это Кришна, которая находится вверху лотосной стопы Кришны, это причина всех причин. И вот Бхагаван говорит, в обычном мире все деревья, они их коренья вниз устремлены, а в духовном мире Бхагаван, он называется Бхаванадрум, корень всего мироздания, он сверху. Чистые саду, они день и ночь хотят говорить Харикатху, это признак чистого саду, но у нас нет терпения. Мы можем потерять терпение. И таким образом, Нарада говорит, если вы будете поливать корень дерева, то автоматически это дерево насытится и будет расти. Вам не нужно поливать листья, плоды, цветы, ветки, дерева нет. Достаточно поливать корень дерева, и все дерево будет насыщено. И Нарада говорит, подобно тому, как поливать корень дерева, вы питаете все дерево, так и поклоняясь Ачьюте. Ачьюта значит тот, кого невозможно сместить с его положения. Бхагаван, он всегда, он... И вот никто не может занять положение Бхагавана, его имя Ачьюта, тот, кто никогда не смещаем своего положения. Ачьюта, тот, кого невозможно сместить. И вот он, Савиги Сарат, он Верховный Господь. И вот таким образом мы должны помнить, Джагатананда говорит, что не нужно поклоняться каким-то полубогам. Если вы поклоняетесь полубогам, это может стать причиной вашего падения. Шанкар Бхагавану поклоняется, но это не совсем так. Я поклоняюсь Шанкар Бхагавану, видя его лучшим из вайшнавов, а не в качестве Верховного Господа. И вот Джагатананда говорит, что с полной верой, с полной любовью, с полной ништей мы должны поклоняться лотосным стопам Гуранги, поскольку он коренная причина всего и всех. Зачем пытаться поклоняться каким-то другим полубогам? Если будем поклоняться другим полубогам, то никогда не обретем бхакти, осознанно или неосознанно.
Джагатананда говорит, те, кто признают, игнорируют тот факт, что все дживы, они по сути слуги Кришны, они служат ему прямо или косвенно. Все, даже собаки и комары, они все. Все творение, оно исходит из Вишну. Комар, откуда он произнес? Откуда он появился? Это все творение Бхагавана. И все, что исходит от Вишну, они вайшнавы, получается. Арджуна родился из, от Кунти, поэтому зовут Каунтея. И вот смотрите, все творение, все бесконечное творение, даже коронавирусы всякие и прочее, все в этом мире, оно исходит от Кришны, может, чьими-то руками, но по сути все исходит из Кришны. Кто-то может быть просто инструментом. Какие-то эпидемии постоянно случаются, около каждые примерно 100 лет. All crematory, all city and all city and village like crematory and ground. Every 100 years coming one problem. So Jagadananda speaking. И вот Джагадананда говорит. Somebody going to confess. Кто-то признает, кто-то не признает, но так или иначе. Все. Они слуги Гауранги, слуги Вишну. Поскольку они все произошли от него. Но кто-то может осознать это, а кто-то не может, в этом их проблема. Джагатананда говорит, Гауранга и Кришна, они не отличны друг от друга. Гауранга и Кришна, они не отличны друг от друга, и наш Гурудев. Как мы должны воспринимать его? Мы должны воспринимать Гурудева как олицетворение милости Гауранги. Как Гауранга Крипа-патра, то, что говорит Джагатананда, я перевожу это на английский так, как это есть. Мы должны думать, видеть, не думать, осознать. То, что наш Гурудев — это олицетворение милости Бхагавана, Гауранги. Это олицетворение милости. Если вы не сможете думать, что Гурудев — он вечный спутник Гауранги, то тогда ваше принятие прибежища у Гурудева бесполезно. Вы должны осознать это, что ваш Гурудев — он вечный спутник Гауранги, ближайший и дорогой его спутник, спутник Кришны. Если вы не сможете осознать какие-то сомнения будут, то ничего хорошего не будет. О Даме, Наме, о Гуру, о Вайшнавах, Махапрасаде, если вы чувствуете какие-то сомнения, то в этом это проблема. В Гите говорится, самшаятма винашати. Если у вас есть какие-то сомнения, то это станет причиной вашего падения. И поэтому говорится, Prasadi Govinde Brahmana Vaishnavi Shalpapunnam Bhatangurajan Vishyasana Ivajati Sharira Vidyajal Jayandiyo Thayakal Jivepele Vishay Sagure Krishna Vara Dayamai Koribare Jivajay Saprasad Annadilabhai Shayanna Mitapa Radha Krishna Gunaga Pepedako Chaitanya Nitai. Written there.
So everybody cannot believe in Mahaprasad. Не все могут поверить в Махапрасад или в Даму Вайшнава, в Даму, в Святое Имя Господа. Из-за своих дурной удачи они не могут обрести такой крепкой веры. Все прямо или косвенно, все они слуги Гуранги. Чтобы развить огромную любовь, в начале всего мы должны следовать каким-то правилам и предписаниям. Джагатананда Пандит, он подобен такому духовному доктору. Он дает нам такое предписание. И вот Джагатананда Пандит говорит, чтобы начать Харибаджан, Гора Баджан, сначала мы должны... Мы не должны критиковать никого. Шрила Прабхупад много раз давал такое наставление во время своей харикатхи. Завтра я это более подробно объясню. И шлоку Кришнадас Кавирадж Госвами, как чтобы показать, как чувство Кришнадас Кавирадж Госвами и так или иначе. Джагатананда Пандит, он вот дает нам такие предписания для баджана. И вот не критикуйте никого. Мы должны находить недостатки в себе и исправлять их, а не в других. И вот с твердой верой мы должны совершать Гора Баджан. И должны смотреть главным образом за собой, а не за другими. И Махапрабху говорит в третьей шлоке Шикшаштаки, что до тех пор, пока у нас не разовьется такое смирение и терпение, как подобное дерево, которое может стерпеть все и не просит воды, если его не поливают и не жалуются. И вот Бхаджанарахаси Бхактивинода Тхакур говорит такие слова. Он приводит пример дерева, что дерево никогда не жалуется. Даже если кто-то рубит дерево, то оно не возмущается. Или кто-то, когда собирает плоды и цветы, оно тоже не возмущается, как вода, подобно рекам, они не пьют собственную воду, а несут ее для других. Такие деревья, они не едят своих плодов они, или цветов, они выращивают это для других. Для нас. Джалани тасам на пибанти надьяха. Those rivers not going to take own water for personal reason. Джалани тасам на пибанти надьяха. Фалани тадбад на хаданте бикшаха. Наданти, you know, шашьяни мегха кадачит. Паропукараю шатам вибхути джаланитасам на пибанти надьяха фалани тадбад на хаданти бикшаха наданти шашьяни мегха кадачи паропукараю шатам вибхути. Ah, oh, nice.
river not going to utilize his personal water, not utilizing. A tree never going to take fruits and flowers for personal. Подобно тому, как реки не пьют своей собственной воды, так и деревья они не едят своих плодов и растения. A cloud not going to claim, well, I'm going to тоже не едят своих плодов. So cloud going to see. Эти облака, когда они поливают своей водой землю, они не требуют половину урожая. И также саду. Саду, он живет для других, он дает все другим. Саду он отдает все и не оставляет ничего для себя. И в этом Сиддханта подлинных саду. И также Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что дерево никогда не жалуется ни на что. Брикшо жано катило кичу намангай, шукайя мойле каре пани намам. Брикшо жано катило кичу на болай, шукайя мойле каре пани намангай. Жей жа мангай таре дэй апан дон, карма вишчу свахе анир корой ракчан. He is going to bear all scorching sunlight, water there, lightening there, a tree. Tree is there, no? Outside? Not speaking. Bhaktivinoda is speaking. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что Сиддханта Гауранги в том, что мы должны развить такое терпение. Можем ли мы его развить? И вот та шлока, с которой начал, вы должны помнить, и можете поделиться своим чувством с другими, иначе что толку. И вот Джагатананда Пандит говорит, so first of all, first prescription is, и вот первый, его, первый совет в том, что мы не должны критиковать никого, не должны пытаться отомстить кому-то и должны совершать баджанс без всякой задней мысли. Что Гауранга хотел показать нам, Джагатананда говорит, все, что Гауранга хотел дать нам, мы должны полностью следовать этому, как и шлока, с которой начал. Что хотел дать нам Гауранга, это наивысшая цель, без, это высшая. Без Гуран... Мы знаем, что Гауранга, он Верховный Господь, но все же он пришел в образе Гуру. Без Гуру никто не может совершать баджан. И Гауранга Махапрабху, он лучший из Гуру. Гауранга Махапрабху – topmost Гуру. Гауранга Махапрабху – Гаур вина Гуру най эбхава сангсаре. И вот во всем этом бесконечном материальном океане, кто может помочь нам пересечь его, кроме Гурудева? Нет никого, кроме Гурудева. Гурудев может помочь нам пересечь этот материальный океан. Будьте уверены, Гауранга, он лучший из гуру. Try to learn Gauranga Bhakti.
Пытайтесь изучить Гауранга Бхакти должным образом, исследовать ему искренне и попытайтесь научить рассказать это кому-то. И вот Джагадананда говорит, вы сами должны пытаться практиковать искренне и в то же самое время должны делиться, пытаться научить кого-то, желающих. Nobody give me garland, nobody going to, you know, ask me how I am, this kind of thing. You know, Jagannath speaking, kutinati. Kutinati means small. I was going there, that way you not calling me, you don't give me chair to sit, kutinati. All small matter. И мы не должны беспокоиться о всяких мелочах. Allow me to speak something in the assembly. All kutinati, all small. You give Paramananda, third devotee, you are not giving to me. Какие-то люди возмущаются по всяким мелочам, что они там пришли поздно. На них гирлянда не хватило, либо на просад опоздали, Парамана кончилась, либо еще какие-то мелочи. Некоторые очень возмущаются из-за таких мелочей. Small matters, you know. Kutinati charaman, karaha sharal. Jagadanda giving you advice. You make the heart fast. You make the heart fast, plain, plainly, without any duplicity. Jagadanda going to advise you make the heart very clean and straightforward. Jagadananda дает нам совет сделать наше сердце простым и чистым. Follow. Jagadanda speaking. You have to make your heart very straight. Джагадананда Пандит говорит, и в то же самое время мы не можем, то, что мы не можем заниматься одновременно двумя делами. Мы занимаемся Гуру Бхаджаном, пытаемся как-то заботиться о материальных вещах, то then you cannot take care of this. Одновременно сложно, невозможно это делать. Если будете слишком погружены с привязанностью к материальному, то тогда не сможете совершать Гуру Бхаджан или наоборот. Гауранга Бхаджан at the same time to give satisfaction to material people. Both cannot go. Нельзя совершать Гауранга Бхаджан и пытаться как-то удовлетворять обычных материальных людей. Это невозможно. Either you go bhajan, or you can bhajan заниматься, либо заниматься служением обычным людям. Но имейте в виду такое, ну, то есть нужно определиться с тем направлением, куда идти. И вот Джагаддананда говорит, если вы не разовьете безраздельную преданность, то тогда встретитесь с какими-то проблемами. Я говорил во время харикатхи. Вот, а раньше что некоторые пытаются плыть одновременно на двух лодках, и в итоге они падают в воду. И вот Джагадананда говорит то же самое. И вот его сиддханта, она очень важна. Если вы будете помнить его сиддханту, то сможете совершать харибаджан должным образом. На сегодня конец. Байрагья видда нижа бхакти йога шикшартам экам пурушо пурано Шри Кришна чайтанна сарира дхари кипам будхир ястам ахам прападе ванча калпатурвасика пасинда бхавиш патитанам бхавана бхавишна бхёна.